Привет всем. Вот у меня такой есть приемничек. Покупал я его тут в магазине. Ну, включать не буду, потому что забанят сразу. Уже у меня был такой прецедент. Так. Ну, вот управление у него стандартное. Вперед, назад, play, пауза, моды, громкость, индикатор заряда, антенна, это разъем для зарядки аккумулятора, это под SD-карту, это USB. Можно вот ставить Bluetooth адаптер, и будет колонка, Bluetooth колонка будет. Хорошая штука, удобная. AUX наушники, включение батарейки. Так, здесь 6 вольт под питание подключается. Индикатор заряда. Так, здесь 4 батарейки типа АА. Хочу разобрать, потому что аккумулятор стал быстро садиться. Очень быстро. 20 минут и все. Раньше он работал часа 4. Сейчас посмотрим, что там за аккумулятор. Первый раз разбираю. Может быть, закажу такой, если такие бывают в продаже. Так, есть. Скрываем. Что тут видим? Болтики надо собрать. Так, тут динамик подключен. Так, подсветка подключена. Так, ее можно отключить, чтобы не садила батарею. Так, вот у нас аккумулятор. Какой? Все на фишечках. Это прям класс, не на пайке. Уже кажется, что фирма какая-то, прям бренд. Так, ну, надо бы его снять. А как он вытаскивается? Короче, аккумулятор был приклеен на термоклей. Аккумулятор свинцовый, я так думаю. И банки пустые, если подлить воды дистиллированной, возможно, он еще начнет работать. Попробую зарядить. Я думаю, не настолько он старый, чтобы не зарядиться. Так вот, так он расположен здесь. Я его впоследствии, наверное, на двойной скотч приклею, на двухсторонний. Попробую подлить воды, если не найду новый. Так, пока подключать ничего не буду. Так, ну подсветку тоже не буду подключать вообще.
Так, ну ладно, я отключаю аккумулятор и заберу на работу его. Попробую прокачать его там. Вот остатки клея там. Болтики, чтобы не потерять, приклеим на динамик. Пока все. Собрал я приемник, подлил воды, зарядил аккумулятор. Светодиоды я не стал подключать. Скрыл, значит, я аккумулятор, залил воды. Три банки, получается 6 вольт. Со шприца закапал туда воды. Ну так, прилично туда, грамм 100 ушло. Зарядил. Зарядку взял. Недели две лежал, просто он заряженный. Сегодня испытал его. 4 часа отыграл и хоть бы что. Еще бы мог. Ну, час бы точно отыграл бы еще. Так что вода помогла, насколько хватит этого аккумулятора. Ну, в дальнейшем испытаем. Попробовать еще его налить и перевести. 3,7, 3,7. Может, кто знает, сгорит, не сгорит, чуть пош. Подскажите в комментариях. Ну вот и все на этом. Так, приемник хороший, антенку бы побольше, конечно. Ну, на этом все. Ставим лайки, подписываемся на канал. Пока.